Глава Новотроицка Дмитрий Буфетов, отвечая на просьбу горожан вернуть трамвайную остановку «Городской рынок» к подземному переходу, рассказал, что это будет сделано после его капитального ремонта. Стоимость работы оценивается в 15 миллионов рублей. Когда специалисты приступят к реконструкции, неизвестно, но, похоже, очень нескоро. По словам мэра, в этом году в районе подземки планируется организовать регулируемый пешеходный переход.